Министерством по репатриации Абхазии были намечены рабочие поездки по регионам Абхазии. Делегация в составе министра по репатриации Абхазии Беслана Дбар, директора фонда Энвера Чамагуа и начальника организационно-правового отдела Аслана Сангулия посетила Галский район. В ходе встречи с руководством района поднимались вопросы, связанные с репатриацией, которые стоят на достаточно высоком уровне и являются приоритетными на сегодняшний день, как во внешней, так и во внутренней политике. Буквально на днях Сирийская Арабская Республика признала независимость нашей республики, и это нас, конечно, очень радует. И это радует нас вдвойне. Почему? Потому что Сирия является страной проживания абхазских потомков, то есть нашей большой диаспоры. Я думаю, что в геополитическом плане для Абхазии открываются новые перспективы, и учитывая то, что большая абхазская диаспора имеется во многих других странах и дальнего, и ближнего зарубежья. Госкомитет по репатриации был создан 23 марта 1993 года для развития отношений между республикой и зарубежными диаспорами и оказания помощи репатриантам в адаптации на исторической родине. На основании указа президента 30 апреля 2018 года об утверждении структуры Кабинета министров Республики Абхазия Государственный комитет по репатриации реорганизован в Министерство по репатриации. Мы сегодня встречались с главой администрации Галского района. Наметить планы, связанные с вопросом репатриации соотечественников и в Гальский район. Учитывая то, что он является частью нашего государства, оставить без внимания этот район, естественно, мы не можем. Людские ресурсы, знаем, нужны не везде, в том числе и в этом районе. Поэтому мы пришли сверить свои часы, наметить планы на будущее, то есть на развитие репатриации. В ходе встречи глава района Тимур Надарая проинформировал о текущем положении дел в районе. Участники встречи наметили планы об оказании помощи репатриантам, проживающим в Турции, Сирийской Арабской Республике и Иордании. Возвращаясь на родину, репатрианты получают поддержку в вопросах образования, медицины, трудоустройства и обеспечения жилья. Все вопросы, которые ставились нами, были четко поняты. И уже даже предприняты определенные шаги к реализации этих намеченных вопросов. За что огромная благодарность всем тем, кто принимал участие в этой встрече. И, конечно же, большущая благодарность главе Галского района Тимуру Хухутовичу. Анжела Убилава, Гила Закарая, Борис Цацуо, Гал ТВ.